начинаем Мишну на кав дали там утбет, если не ошибаюсь. А у сесу койсу бейна илонойс, в илонойс дафнойс лакшейро. Значит, что значит, что если он сделал суку, которая между деревьями, деревья являются ею, ее стенками, то это стиха кошерная. Объясняет Раши, что барац. Первое слово, которое Раши говорит, что бейна илонот между деревьями на земле. Значит, что Раша здесь хочет сказать, что она на земле? То, что мы учили, что если она сделана сама, пол суки сделан на деревьях, то эта сука может и кошерная, но в Йом-Тов туда подниматься нельзя. Почему в Йом-Тов нельзя подниматься? Потому что получается, что я использую деревья. А это на земле, поэтому там можно заходить даже в Йом-Тов. Вло самха леген. Теперь эти слова, они не очень понятны, что такое. Что Раша имеет в виду, здесь не очень понятно. Вло самха леген. Непонятно, что он не самха, то есть если, так сказать, говорится про что это говорится, непонятно. И не опер на них. Кого он не опер, не очень понятно. Значит, если продолжение начала, то это что каркаита сука, то есть пол земли, он не опер на них. Если продолжение читать, это Раша карка на барац, вело самха лейн. То есть можно прочесть в Раша, что карка суки, барац, то есть сука барац и не смуха на деревьях. Что значит сука? Сука, которая на земле, и не на них, не на деревьях. Так можно прочесть Раша. Можно прочесть по-другому. Вальген дафнусейн. Дафнусейн. Но деревья, они являются ее стенками. Значит, здесь, а? Виртуальные, то есть она их не использует. Почему виртуальные? Они полностью виртуальные. Они не виртуальные, они настоящие стенки. Они полностью виртуальные, он их полностью использует как стенки. Он использует по 100% как стенки, ни меньше, ни меньше. Значит, что здесь написано? В Раше есть немножко, у нас есть, как сказать, что такое «вло самха леген». Значит, у нас была на эту тему интересный вопрос, который возникает у нас на у нас была мишна надав каф алиф амудбет. А сумехсу кособа караями так шейра брабюда умер имена и хулал амуд вифна ацма псуля. Значит, если человек оперел суку на керей мета, на ножке от кровати, то она кошерная. Рабиуд говорит, что если не может сама себе стоять, то она не кошерная. Мои тайм до Рабиуда спрашивают, Раплиги, Рабизей, Рабаба. И спорная тема, с одной стороны говорил Рабзейра, с другой стороны говорил другое мнение, говорил Рафаба Бармамы. Хадмир пнейши энла кева, что это называется постоянно, она слишком, уже это самое, как называется, слишком непостоянно. Выхадам, Рабнейши мендаба, двара макабы тумая. А второе мнение, что схах кладется на вещь, которая получает витальную нечистоту, что это значит? Отсюда учится по второму мнению, что есть аллаха, турлихура драбанан, что не только сам схах должен быть из материала, который кошерный для схаха, а именно гидрой, карка и так далее, вещь, которая кладет туму, но и то, что называется маймед. Маймед, то есть то, на чем схах лежит, тот материал, на котором схах лежит, тоже должен быть кошерным для схаха. То есть так говорит Рама Мама, лишь большая балаган лалахала майс на тему. Есть с этим проблемы, нет с этим проблемы и так далее. Можно ли класть и так далее на схах. Значит, здесь зависит от алихура наши, так сказать, здесь спор есть как раз, как прочесть Раши и какая здесь аллаха. Значит, если мы говорим, что ло самха идет на... Значит, а что говорит Раша? Что есть, грубо говоря, Раша в любом случае говорит эту вещь, которая она более-менее понятна. Что если он сделал так пол суки, что она стоит на дереве, то эта сука, она кошерная, но в суем туда изрезать нельзя, как мы учили в предыдущем море, в предыдущем, это вещь, которая она мускам. То есть мускам, с этим все согласны. Второе, что еще говорит Раши? Значит, вопрос такой, можно ли схах класть на дерево? Можно ли схах, а то у меня есть кошерный схах, не знаю, что пальма ветки, не важно, что у меня есть циновка, которая специально сделана для схаха. Можно пожить на ветке дерева, которые растут. Значит, это зависит от того, как мы прочтем, то есть как мы поским лалахату гмару, которую только сейчас прочли. Если мы скажем, что нельзя класть схах на некошерные, на вещи, с которыми нельзя делать схах, то очевидно, что вещь, которая растет в земле, то есть дерево, которое является пока вот мухабарли карка, пока она еще растет из дерева, это не кошерный схах. Поэтому не только он не кошерный схах, на него нельзя и класть схах. И это как раз есть мнение, что это то, что написал Раши. Бахдах, это понятно, что объясняет. Он же даже просто использует деревья.
Используют деревья. Что такое использовать деревья? Что такое нельзя использовать деревья? Если у меня стоит дерево в дворе, нельзя сидеть его в тени? Ты не можешь. Теперь, если она у меня стенка, почему? Прислоняться к нему не надо, прислоняться не надо. Если он... Схах, еще раз, схах у меня прислонен, я прислоняюсь, я прислонен до шабата. Если я до шабата положил на дерево, привязал к дереву, как называется, тент, который у меня от солнца, нельзя его сидеть под этим тентом? Можно. Нельзя использовать дерево в шаббат. Потому что я когда залезаю, получается, что я залезаю на дерево. Это вещь, которую сделать нельзя. Сейчас я залезаю на дерево. Это вещь, которая стоит на дереве. Когда я навязал перед шаббатом, привязал тент, например, эту самую, как называется, крышу. Когда я сижу под ним, я не называю, что такое использование дерева. Использовать дерево, залезать нельзя на дерево. Залезать на дерево, прислоняться к дереву. Опять же, если оно слишком толстое, может, и можно даже, но не важно. Сейчас не будем залезать в лохот шаббат. Это называется использование дерева. Когда у меня на дереве лежит, допустим, крыша, на дерево, к дереву прибита крыша, я под этой крышей сижу от дождя или от солнца, а джерей не называет, что использую дерево. Когда я залезаю в суку, которая стоит на дереве, то есть пол суки, который прикреплен к дереву, это называется, что я залезаю на дерево, как бы. Это называется, что я использую дерево. Не знаю, вот этот схах, наверное, трогать, что ли? Схах трогать, это не называется использование. Я, может, на него что-то класть, это да. Если я хочу использовать схах в качестве стола, чтобы туда положить что-то, это уже нельзя будет, возможно. Тоже называется зодим или цит зодим, но сейчас мы не будем в это залезать. В любом случае, значит, здесь нужно понять такая вещь, что если земля суки, то есть земля суки, пол суки прикреплен к дереву, то туда в эту суку нельзя залезать, потому что нельзя залезать на пол, который прикреплен к дереву. Если схах лежит на дереве, то это вопрос, зависит от того, как мы поскинули Аллаха. Потому что там было махлоки с Рабзейра, как мы видим, Рабат Бамама. Есть ли проблема, когда схах лежит на том, из чего нельзя делать схах? Если такая проблема есть, то это сука не кошерная. Или, во всяком случае, нельзя делать суку или хатхила. Если такой проблемы нет, то это сука кошерная. Но йомтов это называется ненормально, рихура. Не называется использование, хотя это вещь, которая не очень факт. Если я просто сижу в тени и дадзонли, но если использую в качестве суки, или даже в качестве этой вещи, которая она как бы, то, скорее всего, это можно. Значит, это вещь, которая, как известно, как это прочесть Раши, зависит от того, как прочесть Раши. Если мы скажем, что лосам хай мецуду на пол, то про деревья, про схах нет никакой проблемы. Если скажем, что лосам хай мецуду схах, тогда с схахом тоже есть проблемы. Это как нужно объяснить? Что его воткнули в землю какие-то там колышки, на них положили схах, а деревья равляются только стенкой. Что? Неважно, колышек не было для стенок. Не важно, что было, можно было. Если было, можно все было делать. Мы говорим сейчас про Аллаху, давайте сегодня остановимся.